Весьма необычную находку обнаружили отец и сын, которые отдыхали на берегу Припяти в районе грибной базы. На глубине нескольких метров они нашли человеческий череп. По внешнему виду останкам немало лет. На правом берегу реки Припять, вблизи грибной базы, расположенной по улице Гоголя в городе Мозыре, отдыхающими на берегу реки был обнаружен на дне, в нескольких метрах от берега, череп человека, который был изъят в ходе осмотра места происшествия и в настоящее время направлен в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области для проведения исследования. Эксперты вынесут свое заключение через некоторое время. Возможно, исследование поможет установить личность человека. Есть вероятность, что череп Припяти со времен войны. Река мелеет, часть дна становится берегом, поэтому такие находки весьма возможны. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».